Вітаю вас у студії телеканалу «Відкритий». Це програма «Фреш» і ми починаємо. Сьогодні будемо говорити на таку болючу тему, як Міжнародний день підтримки жертв злочинів. І до нашої студії ми запросили адвоката Альберта Шепелєва. З радістю хочу вас представити, пане Альберте. І справді, проблема соціальної реабілітації жертв злочинів почала хвилювати людство в кінці минулого століття. У вересні 1985 року 7-й Конгрес ООН по упередженню злочинності і поводженню з правопорушниками затвердив Декларацію головних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою. У світі відзначають цей день, у світі про нього говорять. Як же тоді в Україні? Що відбувається у нас в нашій країні з приводу цього навіть дня? По цьому поводу я тільки кратко скажу вже о тому, що Україна йде в єдину Європу. Я не касаюсь вопроса, це правильно чи неправильно йти надо в Європу. Я тільки говорю, що вона йде туди, так? І, як говориться, ускореним темпами і хоче як можна швидше зараз цю в Конституцію змінення були прийняті, де закріплено це Конституція Верховної Ради України, значить, напрямок на європейську інтеграцію. Вот. Ну і тому, раз туди йде, значить, вже і закони наші всі, як говориться, підганяються під ці всі норми міжнародного права. Это, если мы туда идем, мы не можем идти со своей, хотя нужно, может быть, и свое мнение там высказывать. И, как говорится, может быть, даже такое выражение, проталкивать свое мнение, привлекать другие страны, чтобы они прислушивались. Но на сегодняшний день только мы прислушиваемся к тому, что уже принято в Европе или в международной, или даже больше во всем мире, как выступает сейчас от этой, как говорится, общества всего мирового сообщества, это Организация Объединенных Наций. Поэтому, раз так прийняті, значить, от і ми підстраюємося, можна так сказати, під ці норми. Пане Альберте, взагалі, чи можна порахувати, скільки ж жертв злочинів, от, не знаю, за увесь час, там, за світову практику, за останній рік? Можливо, ось так. Чи є якась статистика? Ні, може бути, це хтось і веде, де-то якась статистика ведеться, так? Преступлением это є статистика, имеется статистика, но она... Значит, я не знаю, насколько закрыто или не закрыто, так? Значит, но лично я не сталкивался, сколько уголовных дел, значит, в нашей, к примеру, городе или в нашей области, я это не знаю, так? Но о потерпевших также я могу сказать о том, что как определенная статистика, которая бы могла быть фигурировала и сейчас мною была названа, я не обладаю. Угу. Этот вопрос, так сказать, такой открытый, может быть, после того, что избран день такой, как потерпевшего, так, значит, возможно, и теперь будут еще и считать это. Но лучше всего, их не, если бы их вы знаете, не считали, так, а как можно меньше их было. Совершенно правильно ви говорите. Пане Альберте, вам як адвокатові з таким от величезним досвідом, мабуть, відомі випадки подібні. От, чи можете пригадати один з таких, ну, от коли справді захист жертв вам довелось захищати жертву, і було зроблено все для того, щоб потім і реабілітація, і в неї було спокійніше життя, і тобто все, що з вашого боку потрібно було зробити, все було зроблено. Просто приклад. Любой адвокат, конечно, любой адвокат, принимая на себя обязательство представлять, быть представителем потерпевшего, должен в какой-то степени, ну, так сказать, чувствовать это, так сказать, в своей, как говорится, защите, в своем поведении, когда осуществляет эту защиту. И бесспорно, в любом случае, в какой-то степени способствовать тому, чтобы успокоить потерпевшего, это без этого не может быть. В какой-то степени я говорю, что как можно, каким любым образом, не буду говорить, но это всевозможными, так сказать, приемами, но способствовать тому, чтобы не обозлять потерпевшего, а как можно больше его успокоить, чтобы было. И это будет служить даже для пользы, для рассмотрения всего уголовного дела.
Тобто він буде спокійнішим, він буде знати, що йому відповідати, нервова система буде працювати нормально, пам'ять і так далі. Тобто все конечно, робиться ви для правильно того, щоб говорили. Людина могла себе нормально почувати. Так? Під час, до, ну, як то кажуть, до судового процесу, після, так, і під час. І після судебного процесу, завжди, звісно, і перед началом судебного процесу адвокат зустрічається з потерпевшим, бесідує. Вырабатывает определенным образом позицию защиты. Так, тактику, вместе, как себя поводить. Совершенно правильно вы говорите, так, по данному делу. И после завершения уголовного дела, ведь имеет, по закону имеется, потерпевший имеет право и обжаловать приговор или не обжаловать. И этот вопрос касается адвоката. Какой? Он разъясняет за положение закона, законные требования и законные положения всего, что относится к потерпевшему. И, конечно, этому способствует, так сказать, правильной защите и правильной позиции в определенной степени самого потерпевшего. Які є или представителі які, його. От зараз так, якраз питання, мабуть, доречне, які є права у потерпілого, закріплені законодавством? Значить, Уголовный процессуальный кодекс Украины, значит, так и статья 55, значит, как раз и говорит о том, чтобы, и так называется, потерпевший признает следователь, прокурор и суд, может признать в качестве потерпевшего лица какого-то. Угу. Так? Если имеется отказ, следователь может отказать признать потерпевшего, то закон дает возможность обжаловать это решение следователя или прокурора следственному судье. И уже суд этот решает, признавать или не признавать. Только потерпевший имеет право писать заявление о признании его потерпевшим. Значит, без того, чтобы потерпевший не хочет писать заявление, может быть такой случай, угу. Хотя надо сказать, ну, в моей практике, честно говоря, не было такого, чтобы отказывался, но теоретически это возможно. Потерпевший не хочет писать заявление. И вот тут следователь или прокурор имеет возможность привлечь, уже будем как его назвать, уже он даже не потерпевший, но этого, так сказать, потерпевшего, который отказался писать, чтобы он вступил в дело как свидетель. Угу. Он уже вступает в дело уже не как, а он обязан быть. Как свидетелем он уже обязан. И определенные у него уже и права, и обязанности как свидетеля. Угу. Вот если это частного обвинения, дела частного обвинения, ну это, так сказать, легкие телесные, без расстройства здоровья, к примеру, то в этом случае только потерпевший пишет заявление. Если заявления нет, то это дело, как говорится, не возбуждается. И он, его ход дальше дела не идет. А по другим делам, я же говорю, что может быть возбуждено уголовное дело, отказался, я даже еще раз повторяю, но при отказе сам следователь имеет право, прокурор, привлечь это лицо как свидетеля. Вот. Як закон визначає взагалі потерпілого? Хто такий потерпілий? Ну, потерпілого визначає, я ж это самое, сам закон говорить о том, согласно поданого заявления. Ага, закон. Тобто, якщо є заява, значить, следователь виносить постанову о признании его потерпевшего, это лица, и все. И вот то, что я говорю, что если отказывает, значит, можно обжаловать. И вот эти вот частные, только в частное обвинение, дела частного обвинения, здесь не может быть, так сказать, следователь или прокурор принять какое-то решение или что-то, а принимается решение только по прибытии, по поступлению заявления. Заявление, кстати, подается, ну, будем говорить, в полицию, так, значит, оно должно быть зарегистрировано, должно быть. Лучше всего это правильно будет, если это будет в двух экземплярах. Один экземпляр подается, остается в полиции, а на втором экземпляре должна быть отметка о том, что данное заявление принято такого-то числа, такой-то номер, чтобы было о том, что
такого обращилась, чтобы в следующий раз... Не загубилась. Да, чтобы не потеряла, совершенно верно, это правильно. Пан Альберте, вот кто может защищать интересы потерпілого? Еще такое питание. Вот этот вопрос, я хочу вам сказать, что вот в законе указывается о том, что быть представителем потерпевшего предоставляется только лицу, имеющему право, так сказать, быть адвокатом, защитником. Это только адвокаты. Хотя, на мой личный взгляд, это, будем говорить, не совсем правильно. Не совсем правильно почему? Потому что потерпевший должен избирать себе, дать право ему, как среди адвокатов пригласить участвовать на его стороне, быть представителем, так и других лиц. Это более широкие, как говорится, более широкие права. А если только давать это право только адвокатам, значит, уже у потерпевшего бесспорно права, меньше так шансы, сказать, ну, сужены, будем так, может, сужены права только он в определенной группе людей. Ну, так сказать, квалифицированные, это, значит, лица адвокаты. Но, тем не менее, пускай будет, было бы более правильный, если бы это было отражено в законе о том, что потерпевший имеет на свой, так сказать, по своему желанию выбрать свой, себе это, представителя. Это было более правильно. Так, я погоджуюсь абсолютно на 100%. Також думаю, що так було б правильніше, звичайно. Ну, есть законные представители потерпевшего, это, например, по несовершеннолетние или лица... Батьки, так? Да, ну, конечно, вот звичайно. Это родители их, значит, и в это привлекаются, если это несовершеннолетний, то это обязательно орган опеки и попечительства привлекается к участию в деле. Значит, без их участия органа опеки и попечительства нельзя рассматривать уголовное дело. Это закон запрещает. Пан Альберто, освіті... Я еще так, тогда хотел бы еще немножко остановиться на... Вы говорили о правах потерпевшего, так? Так. Это вот как раз права потерпевшего закреплены в статье 56 Уголовного процессуального кодекса. И там первое, это потерпевший должен знать свои права. То есть следователь должен обязан ознакомить потерпевшего с его правами и обязанностями. Это с самого, как говорится, начала чего начать. Это то, что должна сделать людина одразу ж. Как только стався злочин, одразу треба знати, какие дії повинні бути. Как только, да. Знати свої права. Как только потерпевший уже признан потерпевшим. То есть, потерпевший, он потерпевший, а здається, но он еще не признан следствием, так сказать, органами или правосудия, или милиция, это полиция, так? Значит, здесь, как после того, как он признан, он знакомится с материалами дела, знает, в чем обвиняется, как обвиняют, так сказать, то или иное лицо, так? И знать свои права. Имеет право же вот это иметь представителя своего, привлекать, если будем говорить несовершеннолетние или ограниченно дееспособные лица, здесь закон предоставляет о том, что бесплатного даже адвоката. А что касается, если звичайно людина не имеет средств, принять, то вот здесь тоже, кстати, значит, неравное положение получается, несколько ущемленное, так можно сказать, у потерпевшего, потому что не всей категории лиц потерпевших предоставляется бесплатная юридическая помощь. То есть сейчас же не всем, так? Не всем могут надать адвоката безкоштовного. Да, я же говорю, что это ограниченный круг, который имеет право на бесплатное предоставление. Но это не полностью, не все потерпевшие имеют право на это. Ну, там
участники АТО, это там тут тобто понятно. Тобто це тільки сказати, особи определенные, да, определенные лица, которые имеют право на бесплатную. А было бы правильно, когда-то я неоднократно выступал, попутно замечу, неоднократно я выступал и в телестудиях, так не у вас, а в других, так, и говорил о том, что огромное количество дел рассматривается без участия адвоката. Такое было положение. Сегодня этого нет. Сегодня есть, существует бесплатная правовая допомога, и по всем делам, я подчеркиваю, делам уголовным, если обвиняемый не имеет возможности пригласить адвоката, то есть не имеет средств для того, чтобы пригласить адвоката, оплатить его труд, значит, то закон обязывает и следователя, и, так сказать, прокурора, и суд пригласить этого адвоката уже с вторичной правовой бесплатной допомогой. И адвокат прибывает в назначенное время, когда его вызывают, и он участвует. А вот, ну, было бы правильно, и было бы хорошо, и более правильно, если бы это было относилось и к потерпевшим. Угу. Чтобы в любом случае он мог заявить о том, что он не имеет средств того, чтобы пригласить, и такое право предоставлялось. Но чем больше прав, так это будет лучше. Звичайно. Так или ні? Звичайно, звичайно. Ще таке питання. Ось відкуп або зняття провини за фінансову винагороду. Ось болюче питання для усього цивілізованого світу. От ваша думка з цього приводу? Ну тут от немножко, ну, як би я хочу сказати, разница в том, что одні лица, как говорится, мають фінансове обеспечение. Так. И как говорится, им сходить з рук. Если они оказываются, как говорится, в той или иной ситуации, связанные со следствием или с судом, так, то есть такая, как застава, как избирается мера пресечения еще даже до, так сказать, ну, еще до судебного, когда идет досудебное следствие, избирается мера пресечения. И вот здесь суд может вынести определение о том, что внести определенную сумму денег, и человека выпускают из-под стражи. Ну, это неоднократно. Мы это примеры чуем постоянно. По радио, так, по телевидению говорится, так? То некоторым людям даже не знают, и миллионы вносят, вы знаете, так? Миллионы вносятся на это, так сказать, на эти тратят на это, на запобежный захит, такой, как заставу внести. И есть люди, которые не могут даже какие-то небольшие деньги внести. А скоїли поэтому злочин не такий страшний, як ті. Тобто, совершенно. Ось. И злочин, будем говорить, во много раз, будем говорить, мягче, чем тот, который может погасить, это, изменить меру пресечения наличие огромной суммы денег. Так? Поэтому, конечно, равенства здесь никакого нет. Никакого правосуддя немає. Тут даже, так говорится, и не пахнет. А як ви думаете, що може змінити? От, ну, в світі така ситуація зараз є, і вона розповсюджена. Що може змінити хоча б щось? От, ну, що раньше, треба зробити? Будемо так говорити, раніше не було в нас застави, взагалі не предусматривалось. А определялася мера пресечения избиралась, но она независимо была от никаких, как говорится, финансовой обеспеченности к того или иного лица. Там были еще связки, были, так? Мы же это тоже знаем. Были десь какие-то связки, десь что-то. Тобто все одно, Связки могут быть и сегодня, и при этом самом, и при заставе денежной. Но тут еще больше, будем говорить, разница становится. Так. А связи, их нельзя, ну, будем говорить, теоретически, я хочу что сказать, теоретически нельзя, так сказать, дать гарантию о том, что их никогда не будет, ни сегодня, ни завтра. Никто не может дать, в принципе. Да, можно говорить о том, что их почти нет или нет на каком-то периоде, это можно говорить, но говорить о том, что их завтра не будет и послезавтра, это просто теоретически. Полную гарантию того, что этих какие-то связи не будет,
хотя закон должен принять все, так сказать, меры к тому, чтобы этих связей не было, они были, отсутствовали. Не дать возможность. И здесь уже зависит от того, что... А в настоящее время, я же говорю, что если касается меры пресечения, здесь даже имеет значение еще раз, и еще раз я скажу о том, что наличие финансовых средств. Есть много, внесли, и мера пресечения изменяется, человек освобождается из-под стражи, выходит на свободу, так сказать, до суда. После суда, возможно, конечно, изменения, так сказать, и могут быть и взяты под стражу, но это уже, так сказать, другой вопрос. Справді, ось доводиться захищати і жертв, так, і доводиться захищати вам і злочинців. Ось ваші почуття, от взагалі, і як ви себе відчуваєте тоді, коли вам доводиться захищати злочинців? Ну, я немножко скажу о том, що потерпевший, як ми зараз, наша програма відноситься к потерпевшому, так сказать, предусматривает его права и все обязанности и тому подобное. Если к обязанностям, то это относится то, что он должен являться, кажется, по вызову следователя, по вызову суда, и, как, это, а не, и не разглашать сведения, которые ему известны были, касается материалов дела уголовного. Так? Это его обязанности. А вот это потерпевший имеет право, такое право, как высказать свое мнение, я хотел бы это вот подчеркнуть, свое мнение в отношении меры наказания для подсудимого. Суд спрашивает всегда, какое ваше мнение, кажется, как потерпевшего, о том, какую бы вы считали меру наказания избрать. Суд не связан, я хочу сказать, но тем не менее... Потерпевший высказывает свое мнение и считает, что вот такая-то мера наказания он хотел бы, просить суд применить. Ну, если эта разница какая-то остается после провозглашения приговора, то потерпевший имеет право обжаловать вышестоящий суд. Это право остается потерпевшим. Вот это хотел бы сказать. А вы еще, как вы сказали... Я ж з приводу того, і коли ви захищали, коли ви були адвокатом злочинця, ось що тоді ви відчуваєте? Просто як цікаво було б від вас особисто почути це. Ну, адвокат... Коли доводиться це робити. Адвокат в любому случае, в любому ділі, должен розділяти мнение своего подзащитного. Разногласия в позиции защиты между, как говорится, адвокатом и подзащитным не должно быть никакой. Какую позицию защиты избирает, решил избрать себе подзащитный, там, обвиняемый или подсудимый, так? А адвокат обязан только, как говорится, разделить его мнение. Он, адвокат, обязан разъяснить закон, которому, как говорится, по какому закону привлекается этот обвиняемый. Закон обязан адвокат разъяснить, но высказывать свое мнение и давать указания подзащитному своему, ты признавай свою вину или ты не признавай свою вину, это категорически запрещается делать адвокату. Он не должен это сказать, потому что это прерогатива мнения лично своего, свое мнение должен высказать сам обвиняемый или подсудимый. Он избирает защиту, а уже обязанность, я повторю, обязанность адвоката разделить позицию своего подзащитного. Я вам дуже дякую, пане Альберте. Справді, було і дуже корисно почути усе, що ви сьогодні говорили, так?
І багато порад взагалі тим людям, які потрапили, які стали жертвами, так, що їм треба робити, як їм треба ставитись до самого процесу, так, то до підтримки, так, хто може їх підтримати. Тобто ми сьогодні все це розглянули. І справді, я думаю, що отак було про що поговорити. Я дуже дякую вам за довірливу бесіду сьогоднішню. І сподіваємось, що таких випадків буде менше у нас, якомога. Так. Потерпівші, що були, да? І потерпілих, і взагалі без злочинів. Хотілося, щоб злочинів було менше, справді. Чим менше, тим краще. Тим краще. Дякую вам дуже. Ну а зараз наступний сюжет – це руханка і наша рубрика «Hello Body». Тож, якщо ви хотіли би бути здоровими, будь ласка, дивіться і повторюйте за нами. Всім привіт! Зранку нас заряджає не лише кава, а й 10-15 хвилин бадьорої руханки, які допоможуть вам остаточно прокинутись. І Олена Олефіренко сьогодні вже у нас тут є. Здравствуйте. І ми сьогодні будемо робити фізичні вправи, які нам допоможуть бути сильними, так? Стрункими, гарними. 5 упражнений будуть ділатися підряд, 2 круга, тобто по кругу, так? 5 упражнений безперервно. Значит, первое у нас это подводящее упражнение вдох-выдох. Обязательно мы должны настроить дыхание, глубоко подышать и наполнить нашу кровь кислородом. Делаем вдох, делаем выдох, делаем вдох, выдох, еще вдох и выдох. И в стороны вдох, раскрываем грудную клетку. И выдох, и еще вдох, и выдох, и еще вдох, и выдох, и еще вдох, и выдох. Хорошо, первое у нас упражнение состоит из выпадов вперед-назад. Руки у нас на пояс, живот у нас подтянут. Делаем вперед выпад раз, и назад той же ногой два. И поменяли ножку раз, и два, выпад, и колено мы сгибаем. Еще раз, поехали. Раз, в исходное, два, и та же нога, раз, два, другая. На песку трохи незручно. Раз, це робити. Два, еще раз. Але ми будемо ще стрункішими. Раз, два, еще раз, два, еще раз, два, раз. Два, еще раз, два, раз, два, еще раз, два, и раз, два. Хорошо. Следующее упражнение у нас выпад в сторону с правой левой рукой вверх. Делаем выпад в сторону, раз, и наклон, потянулись, два. Другая, раз, потянулись, два, раз. Два, побыстрей. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Хорошо. Переходим мы на коврик. Делаем мы отжимания от колен и с поднятием руки в сторону. Делаем наклон, отжимания. Раз, два, в сторону правая. Да. Раз, левая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Хорошо. Переворачиваемся мы на спину.
делаем упражнение для мышц пресса. Руки за голову, ноги подняли 90 градусов. И поднимаемся лопатками вверх. Раз, два, три, четыре. На выдох. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Хорошо, руки под таз и поднимаем ноги вверх. Ноги немножко поднять. Да, и поднимаем вверх к себе в колени, немножко согнуты. Выдох и вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох, и еще вдох, и выдох. И встаем, еще один кружочек такой сделаем. Вже так відчувається. Але ще треба. Ноги, руки и пресс. Поехали, руки на пояс, живот подтянут. Делаем выпад правой ногой вперед. Раз, два, назад, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Хорошо. Переходим выпад в сторону с рукой. И раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Хорошо. Поехали. Це вже швидше. Робимо так. Так. Можна і три підходи. Можна. Можна. Ділаємо отжимання з підняттям руки в сторону. І на видах. Восім. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Хорошо. Разворачиваемся, ложимся. Руки у нас за голову. Ноги у нас приподняты 90 градусов. Тазобедренным и коленом, и на выдох поднимаем лопатки вверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Хорошо, руки под таз и делаем упражнение с ногами на пресс. На выдох. Раз. Ноги немножко согнуты в коленном суставе. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Встаем и делаем вдох, выдох. Делаем вдох,
делаем выдох, еще делаем вдох, выдох, и еще вдох, и выдох. Все, ух, встаем. Хочется, знаєте, сказати «фух» і видихнути. Дякую, що зробили цей день, Олена. І гарного вам дня теж бажаємо. Нехай цей день буде для вас найкращим. І ви встигнете зробити все, що запланували. Цей чоловік почав мандрувати з 10 років. На його рахунку безліч експедицій, цікавих подорожей і наукових робіт. Знайомтесь, сьогодні у нас в гостях Сергій Гордієнко. Ось так. Добрий день. Пане Сергію, дуже рада вас сьогодні бачити. І про вас стільки пишуть, стільки говорять. Навіть у Вікіпедії написано все про ваші подорожі. Написані вони ще із початку ось самого дитинства вашого. Тобто ви все життя у мандрах. І виходить. І мандруєте ви задля якоїсь мети, я так розумію. Яка найголовніша мета? Що ви ставите перед собою? Яку ціль? Взагалі, для початку я хочу сказати, що, наверное, кожен чоловік, обитає в цьому світі, він виконує ту задачу, яка перед ним поставлена. Я не знаю, як це можна по-другому определити чи осознати, але я думаю, що кожен із нас несе якусь свою особливу нагрузку і своє призначення. Я почувствовал, что дорога – это моя тема, но не сама дорога, а то, что она несет. То есть информацию, которую я, собственно, смогу получать непосредственно в дороге. Мне было, наверное, 3 или 4 года. Мы стояли на краю поселка, мама общалась, значит, с кем-то из односельчан. И я видел, как дорога уходит за околицу. И вот я вырывался из рук матери для того, чтобы убежать и увидеть, где она заканчивается. Я думал, что если я не увижу ее конца, я просто умру. Скажем, в общем, это вот, наверное... Тобто ви народились мандрівником, виходить так? Скажем, да, исследователем, которому необходима дорога. Потому что понятие путешественник на сегодняшний день несет очень много различной словесной нагрузки. Скажем так, ну что такое путешественник? Хотя, хочу сказать, что путешественники делятся на три категории. Это туристы, это экстремалы, это экспедиционеры. Я третья. Экспедиционер, потому что моя тема в дороге – это все-таки, скажем, та информация, которая помогает людям выйти из ситуации. Угу. Это техника и психология выживания, это миграциология, поскольку я историк, для меня это было очень важно, я даже провел несколько серьезных экспериментов в этом плане. Вот, собственно, вот так-то то, что привело, это то, что является основой. Пане Сергію, численні експедиції вам дали можливість пізнати як себе, так і навколишній світ. Та одначе ви продовжуєте його досліджувати. І що на сьогодні, от ви вже сказали тільки що, що ви проводите дослідження, експерименти, і усе, що ви там бачите і чуєте, ви записуєте, так, занотовуєте. Тобто ви проводите уже наукову роботу там, знаходячись на місці. Як саме це вам вдається, що ви тоді повинні з собою брати, можливо, якісь засоби спеціальні для того, щоб все це фіксувати і робити дослідження, вже наукову роботу? Великий путешественник Семен Тяншанський в своє время сказав, не записане, не наблюдалось. Тобто, звісно, ведення дневників – це один із найважливіших варіантів. Чому? Тому що із пам'яті дуже багато вилітає, а оскільки важное бывает сначала незамеченным, а потом, собственно, разработанным. На сегодняшний день я представляю целую программу, которая называется Solo Transglobal. Но еще есть такая дописочка Aqua Solo Transglobal. Почему? Потому что я уже перешел на сугубо морские экспедиции. Я к ним шел всю свою жизнь. Я накапливал опыт для того, чтобы, собственно, это сделать. И на сегодняшний день я работаю уже с акваториями. В основном это, конечно, моря. Вот. Будущая экспедиция – это Средиземное море. Вот поэтому... Наступно це коли? Просто дуже цікаво. Невже цього року ви вже плануєте поїхати? Это буквально через месяц. То есть я стартую из Киева. Естественно, я буду проходить Днепр. Вот, останавливаюсь здесь для того, чтобы пообщаться. Вот, и дальше уже продолжу. Получается, значит, весь маршрут составляет более 11 тысяч километров. По времени это где-то, получается, год и 4 месяца. Может быть больше, может меньше. Будет все зависеть от возможности продвижения. Значит, сюда входит этот Днепр, сплав по Днепру до Черного моря, потом по Черному морю через Одессу
Иду в Вилково, это пограничный район, там я закрываю границу, выхожу в Румынию, затем в Болгарию, а уже в Болгарии я останавливаюсь на колеса, то есть ставлю каяк на тележку и иду до Средиземки. Да. Пішки до Середземного моря. Я хочу сказать, что я этот опыт повторяю неоднократно. Почему? Потому что иногда просто сложиваются так обстоятельства, скажем так. Ну, еще и плюс есть исторические эксперименты. Наверное, многим известно, что в свое время русские струги перетаскивали именно на колесах. Mm-hmm. Вот, и некоторые участки они именно пересекали пешком. То есть, скажем, я просто использую этот вариант. Вот, но поскольку я не использую технических средств, никаких подъездов не будет, я буду своим ходом его перетаскивать до Средиземного моря. Это 350 километров от Бургаса вот, до Александрополиса, и оттуда уже начнется морской переход до Испании, до Барселоны. Это конечная точка Средиземного моря, затем опять пешеходный переход до Вены, вот через всю Європу і сплав по Дунаю до України. Ви знаєте, я собі так оце уявила, як ви це будете робити. Вам не страшно? Просто я не розумію, як ви можете один, наодинці. У вас же завжди з собою каяк і ви, і більше нікого, ніде поблизу. І ви посеред річки, посеред моря, ви один. Ви знаєте, страх дуже дорого стоїть. Знаєте, коли понимают, что очень много существует различных ситуаций, которые могут привести к краху, то начинают готовить там броню, мотор, скажем, какие-то документы и так далее. И вот эта вот вся наращивающая бесконечная тема, она в конце концов закрывает основную. Поэтому страх, вот как сказал Месснер в свое время, это сжатый кулак, очень много энергии уходит, открытая ладонь гораздо проще. Вот, ага. Поэтому один из важных вариантов для людей, которые в одиночку ставят эксперименты, исследуют и так далее, вот, понять, что мы все смертны. Рано или поздно это произойдет. И думать об этом как о чем-то неописуемо жутком и так далее смысла нет. Надо просто делать свое дело и, используя свой опыт, выходить из ситуации, которые складываются. На этом и зиждется вся наша цивилизация. Ведь врачи, космонавты, летчики – кузнецы, они же не говорят о том, что опасно там сделать какую-то вещь или полететь туда. Это нужно сделать, потому что это является той необходимой частью информации, за счет которой живет цивилизация. Это какой-то выклик с вашего боку? Трошки? Чи нет? Чи вы про это не думаете? Понимаете, ну, вызов это слишком громко. Я хочу сказать, что люди моего цеха стараются это не произносить. Почему? Потому что обстоятельства и те силы, которые существуют над нами, они иногда посмеиваются. Вот говорят, что у человека есть задумка, мысли, а предположение, вернее, у Бога всегда реальное решение. Вот, поэтому как бы здесь вызова нет. Здесь, может быть, вызов самому себе. Это чи да. Ну, проще. Ну, знаете, уже, наверное, я не в том периоде, не в том возрасте, где я говорю, смогу вы или уже нет. Вы уже смогли много-много разів. Даже нет. Понимаете, вот здесь немножко другое. Здесь, скажем, попробовать. Если это возможно, это получится, а значит, станет для будущих поколений примером, скажем так. Ну вот, скажем, мой цех – это фактор надежды цивилизации. Если я смог, то смогут и другие. То есть в любом случае нужен пример, правильно? Один из спортсменов делает какой-то трюк, все остальные его потом повторяют, делают его лучше, скажем так. Ну это один из вариантов, который необходим для развития темы. У вас кожного разу складніші і складніші експедиції. Як би ви характеризували? Я так не розділяю. Чому? Тому що, розумієте, складності, вони можуть бути навіть в самих простих випадках. Там, з моєї практики, допустим, був простий переход, скажімо, від Дніпропетровська до Запорожжя. Це чисто був тренувальний переход, двохдневний. Вот. Ну, я попав в серйозну ситуацію. Це були якраз кінець 90-х, якщо ви пам'ятаєте. Страна находилась в очень жутком нищем состоянии, и люди стали выгонять своих питомцев, в основном собак. Собаки стали сбиваться в отдельные, скажем, стаи, они намного опаснее, чем волки. И, собственно, я попал именно вот, скажем, в такую стаю, которая насчитывала более трех десятков собак, где меня просто могли бы съесть, скажем так. Я буквально всю ночь отсиделся в какой-то луже, напоминающей пруд, скажем так, по пояс в воде, пока утром не услышал идущий транспорт, и собаки рассеялись. То есть хочу сказать, что ситуации могут быть даже в самых рядовых случаях.
И нельзя говорить, что вот где-то они становятся сложнее и сложнее. Хотя хочу сказать, что в каждой экспедиции есть свои определенные сложности и довольно-таки серьезные сложности. Ну, в частности, что собой представляют сложности этого перехода, который ожидается. Вот. Первое – это акватория, это все-таки открытое море. Скажем, первое – закрытое море Черное. Оно является одним из самых опасных. Почему? Потому что фронтальные ветра, собственно, создают очень мощные шторма, скажем так. Шторм повторяется за год очень часто, можно попасть в эту ситуацию. У меня есть отработанные варианты. Иногда я не успеваю выйти на береговую зону. Начинается, а как же вы туди? Начинается прибойная зона, становится очень опасной, где, в принципе, невозможно высадиться из-за того, что скальные берега и так далее. Приходится болтаться. Там, скажем, до 3 суток у меня вот была практика, это болтание в море. Есть технические наработки, то есть вот каяк, мне приходится его покидать. Я ложусь на него, как, скажем, на доску. Вот, и в таком состоянии нахожусь несколько суток. Ну, там все продумано в отношении подачи воды. Вот, есть свои разработки питания. Питание очень скромное, вот, но в то же время... А что вы ездите? В данном случае, в экстремальной ситуации, вот если я нахожусь в шторме, это гречка. Гречка залита морской водой. То есть она разбухает за 6-7 часов. Можете представить, насколько просто ее готовить в таких условиях. Просто можно... заливаете крупу, а потом да. По крупинці з'їдаєте? Ну, скажем, это просто вот сосуд с дырками, который опускается в морскую воду и начинает разбухать просто за бортом. Потом я ее вытаскиваю и в таком виде я ее потребляю. А воду питну? Як ви? Це ж собою питьевая, теж треба питьевая брати. Вода находится в специальных емкостях. На сегодняшний день таковые уже изготавливаются. Это так называемые водные системы. Это полимерные пакеты, очень прочные, которые имеют трубочную проводку. Вот, до 3 литров. Есть и больший объем, но 3-2-литровые наиболее приемлемы, скажем. В каяке я их размещаю. Эти все трубочки, они находятся на поверхности, я всегда могу сделать 2-3 глотка, скажем так. Ну, это чисто технический вариант. Ви знаєте, ну, я коли знаєш оці всі нюанси, ти розумієш, як людина там знаходиться, як вона там пластом лежить, як вона їсть, як вона п'є, як вона взагалі виживає от в такій ситуації. Вопрос очень хороший в отношении, вот опять возвращаемся к теме выживания. Очень многие считают, что выживание – это длительный процесс. Выживание – это очень короткий, это период хаоса. Это когда мы ищем варианты, которые помогут нам жить, не выживать, а уже жить. Когда человек ежедневно принимает пищу, есть какой-то порядок сна, есть возможность выполнения каких-то задач, это уже не выживание, это уже жизнь. Она сложная, но это жизнь. А выживание – это временное состояние. Это поиск возможности какой-то системы. Вот это было бы правильно. Я всегда, когда читаю своим курсантам, я обычно и студентам, вот, говорю, чтобы они эти вещи не путали. Очень часто у нас говорят, наш народ выживает. Он живет плохо. Но он живет в системе, да. Вони ще не були на вашому місці, як то кажуть. Ну, не дай Бог, не надо, этого не надо. А от якщо, наприклад, ви вже висадились на берег, так? У вас же є якісь зупинки? Ну, я хочу сказати, що каботажне плавання, звісно. Я ежедневно прохожу по 12-14 часов, затем я вихожу на берегову зону, і я ночую там. Почому? Потому що це все-таки каботажне плавання. Плавання вдоль побережжя, це каяк. В нем невозможно находиться очень много. У меня из моей практики у меня было значит, где-то около 10 дней, но это не здесь, это в Охотском море. Но я буквально учился ходить сызнова. То есть можете представить, как затекли да, конечности и так далее. Это буквально на 5-й день начались очень серьезные боли в суставах. Там же холодно. Да, было холодно. Ну, хотя у меня и снаряжение специальное и так далее, но все равно... Момент, когда человек находится в состоянии, скажем, полуфизики, где часть тела замерла, а другая часть находится в работе, ну, скажем, это очень серьезный дискомфорт. Вот. Я просто хочу сказать, что человек может привыкнуть к любым обстоятельствам. Привыкнуть. И вернее, не так. Наверное, скорее всего, терпеть. Вот, знаете, у Фитти Фанансона есть хорошее выражение. Говорят, что к холоду нельзя привыкнуть, его можно только терпеть. Ну, вот, в принципе, да, вот эти вот неудобства, их можно терпеть. И, наверное, в моем экстриме самым важным является терпение. Я учу других тому, чтобы люди научились терпеть, пережидать
наиболее экстремальные периоды для того, чтобы потом сделать основной бросок, выйти и выжить, скажем так. Еще хочу сказать... Приймати ситуацію, тобто да. Вона вже є. Ви да. Її приймаєте, ви терпите, чекаєте і потім далі діяти. Конечно, нет, я действую в этот момент, угу. Но это, понимаете, період такой парламентерский. Я просто затихаю моя деятельность и выжидаю, скажем так. Но я нахожусь в состоянии экстрима и балансирую. Вот в данный момент то, что я говорил, когда я пережидаю шторма. Вот. А, собственно, это относится ко всем вариантам, которые я использую. Были такие, значит, у меня вариации с живыми организмами, в частности, это волки. Когда мне приходилось, я себе очень много пересекал в разных районах. И я дважды был внутри волчьих стай, скажем так. Ну, стая не нападала. Я хочу сказать, что волки на человека нападают, в принципе, очень редко. Почему? Потому что они превосходно понимают, что они граничат с человеком, и человек очень мстительный. Вот, и зачастую это заканчивается гибелью стаи. Поэтому чистое любопытство, они человека всегда изучают. И почему происходит нападение? Потому когда человек начинает убегать, у них срабатывают охотничьи инстинкты, они могут догнать, не нанести увечья, но испугать человека настолько, что он может даже погибнуть, скажем так. То есть вы приняли вовків? Ну, я пережидал этот момент, я даже не вытаскивал свое оружие, я не хотел их спугнуть, мне было интересно просто, насколько долго продлится наше знакомство, оно продлилось трое суток. Волки уходили и возвращались, то есть я шел по маршруту, но они все равно возвращались. Они не подходили ближе 100 метров ко мне, то есть это была 100-метровая зона, но, как правило, всегда были наблюдатели, которые стояли и наблюдали за моими действиями, вплоть до того, момент, я даже специально не ставил палатки, почему? Потому что я все-таки опасался нападения там, и так далее. Вот. Ну, в конце концов, когда, наверное, или пришло время, у них большой охоты, или, может быть, они потеряли ко мне интерес, вот я уже через несколько суток не видел их. Вони зрозуміли, що ви ніякої небезпеки для них не несете, мабуть, так. Ви знаєте, наверное, ми немножко простенько о них думаємо. Це дуже складні організми, у них зовсім інше відношення. Я думаю, что, скорее всего, это было наблюдение за тем, чтобы я не мешал их охотничьему, охотничьей теме. Почему? Потому что человек зачастую внедряется в их зоны, пугает дичь, ставит свои, скажем, капканы и так далее. И это приводит к тому, что волки начинают войну с человеком. То есть просто для того, чтобы отстоять свою территорию. А дело в том, что мы же ведь не знаем, насколько земля поделена между ними. Мы просто думаем, что они свободно передвигаются. Нет. У них есть абсолютная граница. Вот знаете, вот зачастую спрашивают, волки сегодня воют очень долго. Почему? Волки воют в двух случаях. Первый. Они воют тогда, когда начинается сбор стаи, то есть это осенний период. Воют очень долго, в основном волчицы, пока не соберется полностью вся стая. Это первый вариант. И второй, когда волки просят разрешения перейти через территорию другой стаи. Угу. Здесь тоже продолжение, там 3-4 дня и так далее. Люди несведущие этого не знают. Они считают, что волки воют, потому что они воют. На самом деле, это все очень серьезно. Это поведенческий вариант. Вам вот, столько всего доводится знать, понимать, чувствовать. Вот тут, мабуть, краще слово больше подходит для вас. Вот вы чувствуете. Вы живете разом с природой. Ну, больше вы прям в ней, в этой вот природе. Вот здесь как раз, наверное, и перекликается, почему я один. Когда присутствуют 2-3 исследователя, то, естественно, все внимание определяется друг на друга. Кто-то слабее, кто-то сильнее. И, наверное, в этот момент ослабевает свой собственный самоконтроль. Это приводит к тому, что возможны ошибки. Это одно. А второе, исследовательский момент, он исчезает. Потому что есть другое мнение. Ты отказываешься от своего или настаиваешь на своем, происходит конфликт, и это мешает работе. Когда человек один, он четко работает над той темой, которую он изначально поставил перед собой. Можно потом уже в камеральных условиях спорить об этом, но только тогда, когда уже есть какой-то результат, скажем так. Когда человек один, он получает абсолютный результат, потому что мироощущение происходит через собственное «я», через осознание мира, через свою боль, страх и, собственно, восприятие всей информации. Пане Сергію, вас слухати можна, я не знаю, настільки цікаво, стільки захопливих історій ви розповіли сьогодні, ось так, протягом того часу, який ми сьогодні відвели для нашої бесіди. Я вам дуже дякую. Ви надзвичайно сильна людина,
от відчувається ота от сила всередині просто. Спасибо. І оті всі перепони, вони ніщо. Ну, в порівнянні з тим, як ви робите це. Я вам бажаю успіху, зробити все те, що ви собі задумали, і навіть більше зробити, щоб ви задоволені повернулись і мали більше сил для того, щоб зробити іще щось. Дякую большое. Тому. Я вам дуже дякую. Зараз трошки кадрів з життя, із подорожей такого видатного мандрівника. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Мартынец, и я, конечно же, бармен. Сегодня мы будем готовить с вами коктейль под названием «Мохито». Этот коктейль родом из Кубы. Многие люди знают этот коктейль. И очень много легенд о происхождении этого коктейля, конечно же, ходит. Но я сегодня покажу, как готовится правильный мохито. Традиционно для коктейля мохито нам нужны несколько ингредиентов. Конечно, самый главный ингредиент – это мята. Второй ингредиент – это лайм. Это тростниковый сахар, ну и какая-то сладкая газированная водичка типа спрайта или 7-Up. Итак, начинаем готовить. Нам нужен большой стакан, его называют highball. Вот такой вот стакан. И наполняем ингредиенты. Для начала берем лайм. Сейчас не проблема найти лайм в любом супермаркете нашего города. И отрезаем половину. Отрезаем половину лайма и эту половину режем еще на несколько частей. В моем случае я разрезаю, режу на 4 части. Итак, мы порезали лайм. Следующий ингредиент – это мята. Хочу обратить ваше внимание на то, что мяту нужно покупать импортную. Та мята, которая растет в наших регионах, может быть, у вас на даче, она не совсем подходит для коктейля мохито, поэтому покупайте мяту, которая продается в супермаркетах. Это, скорее всего, израильская или, может быть, турецкая мята. Мы обрываем листики мяты и наполняем стакан мятой. 10-12 листиков более чем достаточно для того, чтобы приготовить вкусный мохито. Мы в стакан поместили половину лайма, 10-12 листиков мяты и, конечно, нам нужен тростниковый сахар. Я, конечно, рекомендую использовать настоящий тростниковый сахар. Его можно также купить в наших супермаркетах. Достаточно одного кубика для одного мохито. Затем наши ингредиенты, мяту, лайм и сахар, нужно тщательно размять в стакане. Для этого мы используем специальный инструмент, это называется мадлер. Это делается для того, чтобы эти ингредиенты пустили сок и эфирные масла, дали определенный вкус и аромат нашему коктейлю. Очень важно мяту и лайм разминать достаточно сильно, но не превращать это в кашу. Если у вас мадлер имеет вот такие вот засечки, очень быстро превращается в кашу ваш лайм и мята. Это неестественно и некрасиво смотрится. Если у вас дома нет мадлера, вы можете использовать любой подручный инструмент, который вы сможете найти у себя дома на кухне. Когда в стакане мы все тщательно размяли, нам нужно наполнить полный стакан льдом. Для этого мы используем мелкий лед, так называемый краш. Вы можете использовать, конечно, кусковой лед, но краш быстрее охлаждает коктейль и немножко сильнее его обводняет. Льда нужно много для этого коктейля, очень важно, чтобы лед был чистой воды. Очень часто в домашних условиях люди делают лед и забывают о том, что они потом употребляют это в пищу, поэтому используйте очищенную воду и замораживайте, если вы замораживаете в домашних условиях лед, замораживайте в обычную баклажку, но не набирайте полную. Буквально на 2/3, потом эту баклажку можно разбить, и у нас получится вот такой вот краш. Очень многие считают, что если вам в каком-то заведении положили очень много льда, вас хотят обмануть. На самом деле это не всегда так. Чаще всего это не так. Коктейли должны содержать зачастую очень много льда. Мохито – один из тех коктейлей, который наполняется льдом до верха.
Дело в том, что такой мелкий лед, краш, он не только охлаждает коктейль, он еще и участвует во вкусе, он так называемый обводняет коктейль, то есть он тает и дает свою воду. Очень часто в коктейлях, в алкогольных коктейлях, лед играет огромную роль, поэтому если вы хотите, чтобы у вас на следующее утро была ясная голова, обязательно используйте большое количество чистого льда. Остался последний ингредиент, нужно заполнить весь стакан газированной водой. На самом деле классический мохито готовился с минеральной водой, вернее с газированной. В то время не было спрайта, не было 7-Up. Если вы используете спрайт или 7-Up и готовите безалкогольный мохито, как в нашем случае, вы можете не использовать сахар в принципе, да, потому что это уже сладкая вода. Если вы не пьете такие напитки, как спрайт и 7-Up, вы сторонник натуральных ингредиентов, то вы можете использовать любую газировку, желательно, чтобы она была с малым содержанием солей. Сейчас мы наливаем газировку. А затем мы берем барную ложку и тщательно перемешиваем. На самом деле не просто перемешать, наша задача поднять мяту, поднять лайм со дна бокала и распределить по всему объему. Ну и последний штрих, мохито, конечно же, украшаем веточкой мяты, ну и нам обязательно нужна трубочка. Итак, мы с вами приготовили коктейль мохито, в нашем случае это безалкогольный коктейль, вы можете добавить ром, и получится у нас алкогольный классический мохито. Что мы использовали? Мы использовали половину лайма, которые разрезали на несколько частей. Мы использовали 1 кубик сахара. Если вы используете спрайт вместо минералки, то в принципе можно делать и без сахара. Ну и где-то 10-12 листиков мяты, которую мы купили в супермаркете нашего города. Очень важно для этого коктейля, чтобы у вас было много чистого, качественного льда. Очень важно, если вы заменяете лайм лимоном, используйте просто сок лимона, не бросайте вместе с корочкой, вместе с цедрой этот лимон внутрь, иначе он испортит вам вкус мохито. Также в этот мохито вы можете добавить любые ягоды, это может быть клубника, малина, ежевика. Сейчас очень модно, очень популярно готовить коктейли на основе различных фруктов, различных натуральных ингредиентов. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, я думаю, вы выберете какой-то любимый свой мохито. Итак, мы с вами приготовили прохладный, освежающий коктейль, который называется мохито. Я желаю вам, чтобы вы как можно чаще экспериментировали, пробовали эти коктейли и, конечно же, устроили у себя дома классную прохладительную вечеринку с мохито, а может быть, с другими вариантами этого коктейля. Всего доброго! Вітаю вас у нашому творчому майданчику. Тетяна Федорова, майстриня і ілюстратор, сьогодні у нас у студії. Дуже рада вас бачити сьогодні, рада познайомитись. І, звичайно ж, коли побачила ваші роботи, просто у захваті. Ось це все, що ви принесли, це все намальовано кавою, да. Розчином кави. І така техніка надзвичайно цікава. Вона сучасна, мабуть, так? Ну, вона достатньо давно з'явилась в світі, але стала розвиватися з 2010-х років більше. Вот. А в Росії, в Україні вона стала більше в це час розвиватися, але прийшла вона з Америки і з Азії. Угу. Тобто там люди вже давно малювали каву. Подивіться, яка краса. Ось такі Карпати зобразила Тетяна. І кавою, якщо вам видно, що тут є об'єм, тут такі от ці смереки і корівки, тут і дахи, будиночки, вони яскравіші трохи. Далі ми бачимо гори, гори трохи розмиті, і все отак от створює атмосферу Карпат, надзвичайно гарно. Я буду показувати вам ось ці роботи, які запропонувала нам Таня. Тут, звичайно, дуже неймовірний такий от вийшов, ну, такий, знаєте, як абстракція трохи, так, з Ейфелевою вежею, досить таки непогано. Тобто ми бачимо тут скульптурки, так, маленька більша і вже більша фігура постаті. Перспектива немножко. В перспективі, угу. Так, і дає це все об'єм, який виходить потім на Ейфелеву вежу. Класна композиція теж, гарна дуже.
Ось тут можна побачити зараз статую Свободи. Так, всі пізнали. Теж дуже гарно вона зображена у вашому виконанні. І тут ще у вас, що мені теж дуже сподобалось, все цікаво, все це об'ємно, але можна робити ось такі от листівочки. Подивіться. Ось такі. Вони відсканіровані і потім передані в поліграфію. І потім вже на плотному картоні печатаються любим тиражом. Дуже гарно, дуже гарно. Такі листівки з Лондону, з Парижу, так? Тут взагалі... Та Шанхай. Китайські такі от замальовки, так? Нью-Йорк. Ну, тобто тут можна зробити будь-що. Київ є? Київ. Є. Є Київ. Шукаємо, де в нас Київ. Де ж? Ні, листівки немає. А, ось. Так. Ось. Малюнок. Ось. Київ. Всі ми пам'ятаємо. Коли ви заїжджаєте до Києва, ви бачите ось ці всі висотки, так? І Родина Мати, тут така величезна статуя, всі пам'ятають наш Київ. Так. Тут хто був? Ну, звичайно, що, я думаю, що в столиці багато хто був, і китайські такі от намальовки. От ви кажете, що це все східне мистецтво, воно прийшло до нас звідти, і такі китайські намальовки, вони теж дуже гармонійно виглядають, такі от вони з переходами, з виділенням основних акцентів, на що потрібно звернути увагу глядачеві, і тут все це дуже гарно зображено. Кава має на диво просто. Дуже гарний об'єм і класну фактуру. Блиск. Да, блиск. Притом, многі інтересуються, додаю ли я туди сахар, щоб був этот блиск. Но на самом деле это не надо. Главное его покрепче заварить. Особливий сорт кави використовуєте? Нет, тоже нет. Звичайна кава, так? Немає ніяких секретів, просто розводите каву. Есть по-разному, в общем-то, техніки. Можна і заварювати кофе, но заварним кофе не такая яркая работа будет. То есть вот это вот тени такие темные-темные получается с растворимого кофе. Як тільки пахнуть ці роботи? Просто дихаєш кавою? Вони дуже довго залишають свій запах, аромат. І місяця три, якщо без рамки, а якщо під рамкою, то і того більше. Можна нюхати, відкривати і нюхати. Ось такий янгол зображений. Це репродукція з картини Ненсі Ноель. У нее есть серия работ с ангелами. Вот мне очень понравилась эта девочка-ангел, и я решила повторить, попробовать. Класне таке ангелятко. Ну а сьогодні ми спробуємо долучитися до самого процесу заварювання кави, як її треба заварювати, і спробуємо щось намалювати, так? Да, ми будемо рисувати. У нас є ескізики, у мене вже немножко заліт, тому що йому треба було немножко більше підсохнути, тому що там багато деталек. А насчет заваривания кофе, он уже заваренный, просто обычная вода, чуть-чуть буквально добавлено в воду кофе и очень крепкая, там прям оно, прям липнет к кисточке, если вот кисточкой брать, оно должно быть очень насыщенным. Это как раз для того, чтобы делать тени в конце уже, когда все слои будут сделаны. Ну, зараз можна спробувати, як це працює. Скільки кави ви сипете? Скільки там ложок чи як? Розчинна кава чи розчинна, заварна? Розчинна. Заварна, вона не дає такої насиченості. Її теж можна рисувати, але це більше хто любить, наприклад, акварелью рисувати. Воно тоді можна кілька разів тіні накладувати, але вона все одно не буде насиченою. А вот растворимая, она дает как раз вот эту насыщенность, эту яркость такой работы. И запаха от нее, кстати, немножко больше все-таки, потому что так больше там... Ну, больше кавы там есть, так, зосередженість самих, навіть і не крупа, так? Не крупинки, вона ж розчинна, і вона дає рідину. Да. И сколько надо, ну, приблизительно, я бывает и 2 чайные ложки, а вот воды добавлять по чуть-чуть.
Главное, горячую воду, чтобы оно хорошо растворялось. И по чуть-чуть, пока не увидим, что все вот оно становится однородное. Помешать его достаточно сложно. Кисточкой советую не мешать, потому что оно липнет очень кисточке. Кисточку потом очень размыть. Лучше обратной стороной, чтобы перемешать, чтобы получилась однородная маса. Так буде как би, лучше. Ну що, тоді є безліч пензликів, я просто дивлюся, скільки їх. І широкі, і вузенькі, і там такі. Це звичайні пензлики для акварелів, так? Треба обирати. Ну, там вони різні, от дійсно. Білочка ось це, так? Це не білочка, це синтетика. Синтетика, а ось білочка, так. А які краще, синтетичні чи натуральні? Смотри, для чого. Синтетику в основному використовують для акрила, а для кофе краще, як для акварелі, білочку. Ну, це коли вот основной слой мы делаем, а потом, когда уже работаем с вот этим насыщенным цветом, то тогда лучше синтетика, потому что она не вот в стороны, как бы ворсинки не расходятся. Куди треба, туди ми да, и мы получается, она более тоньше, и ею аккуратнее можно сделать линию. Ну що, тоді приступимо, так? А в мене які кішечки гарнесенькі. Ну, от покажемо зараз. Таня заготовочку таку принесла, намалювала двох котиків, які отак от мило сидять, один на одного дивляться. Ну, можете зробити собі будь-яку заготовку. Да, можна зробити любую абсолютно. Так, і що ж тепер, розмальовувати чи як? Чи ми просто основні якісь елементи сейчас виділяємо? Зараз його треба повністю залити, ну, може бути, придеться немножко смішувати, чуть-чуть брати того-того, і повністю заливати котиків, крім, можна залишити білі місця, наприклад, вот їх щочки, наприклад, серединки ушек можна залишити білим, і лапки можна залишити. А очі? Очі чорні будуть? Так, да, тому це все можна заливати. Ага. Заливаємо світлим кольором, так? Отаким чи трошки темнішим? Ні, таким. Отаким буде. Так, треба охайно, обережно. Так, трошки додаємо. Беремо, ось тут набираємо каву. А у Тані, ну там справді вже шедевр, витвір мистецтва. В этот момент буду как раз уже прорабатывать. Фарби ось нам не потрібно, а папір треба для акварелі. Так, да, бумага повинна бути спеціальна для акварелі, щоб вона могла витримати вот количество слоев, если по-разному там наносится, и плюс еще воду, потому что воды у нас много, несмотря на то, что кофейный раствор как бы на основе водном, можно так сказать. И поэтому бумага должна быть специальная акварельная. Вона ж потім дуже легко і швидко може забрати воду, тобто, в принципі, те, що ми планували, так у нас і буде. Ось. Така от. А можна перехід трошки зробити? От кому як подобається, об'єму додати, так? Можна насчет переходу, от, допустим, хвостик може бути темніше, поэтому ми можемо темним, а темного потім вже розмивати вот этой вот. Можна водичку взяти, вот тут, допустим, шею, розмити просто водичкою. Угу. Тобто шийка у нас трошки світліша, треба відчувати, яка квітця у нас тут є. Да. І потім ось так от малювати. Взагалі дуже захопливий процес. И самое интересное, что как бы кофе практически у всех есть, и это может сделать любой человек абсолютно. То есть дома, ну да, бумагу, допустим, купить, кисточку купить и сидеть там утром пить кофе какой-нибудь, да, эскиз. Даже можно не делать эскиз карандашом, даже можно какие-нибудь узоры кофейным раствором себе сидеть потихонечку вырисовывать. Так, можна просто вимальовувати те, що вам подобається. Головне, щоб у вас був папір під рукою. От да, є папір. Хоча я так бачила, що можна і на салфетках. Ну, правда, салфетки, звісно, сильно впитують. Но какой-нибудь интересный мотив очень даже возможно нарисовать і на салфетках. Ой, хотіла зробити трошки світлішим, але... А воно якраз, якщо водою, ага, водичку туди і змішити. Можна салфеточкою немножко вимочити. Трошки. Бумага якраз вот акварельна, чим і хороша, що на ній можна вимочити і вимочити немножко. Десь якщо не вийшло, раз? Да, до білого, звісно, повністю не висвітлиш. От особливо, якщо рисувати портрети, я сталкивалась с такими случаями, когда глаза, допустим, белок, чтобы
Главное их не закрасить, потому что если хоть чуть-чуть туда попадает кофе, то ну, потом такие глаза немножко желтоватые и смотрятся немножко не так, их уже не отмыть. А так оно, конечно, ну, вымывается и практически до нужного состояния. Я думаю, що оцю шийку треба взагалі зробити світлішою, так? Бо щоб це дівчинка. Да, щоб така. У неї було воротничок. Угу. Такі от лапки. Отаків, Таня, ну у вас уже просто шедеври виходять. Вже такі класні є малюнки. Ну і об'єм, звичайно ж, об'єм є. А якщо є якась ідея, наприклад, у вас, Тань, то ви одразу її намагаєтесь зробити, намалювати? Чи так іще чекаєте? Чекаєте? Знаєте, як художники? От є художники, які декілька років намагаються зробити якусь роботу, от вони про неї думають, вона в них в голові сидить, вони її якось так збагачують думками, а потім далі вже починають працювати. Бо кажуть, що ідея повинна от влежатись. Ну, как в моем случае, я бы скорее выполняла, пыталась ее сделать. Может, сделать эскизы, попробовать выполнить в каком-то там сначала одном цветовом, ну, смотря чем выполнять, допустим, работу. Если кофе, то может быть контрастнее, может быть наоборот нежнее. Но я бы все-таки советовала не просто воду ждать, вот да, есть идея, а когда я ее сделаю, ну когда время придет, или когда будет какое-то вдохновение, как говорят. Да-да-да. Ну, иногда лучше, конечно, себя немножко, может, даже заставить, потому что вдохновение можно ждать очень долго. А художники ж такі, вони ж користуються не тим, що треба, а от я так бачу і мені хочеться. Ось так, ну, вони більше користуються. Они, да, так бывает, выкручиваются, говорят, я так вижу. Но это, безусловно, их право, потому что никто больше в их голову не залезет и не Ничего сможет. Не хочу сказати про художників, тому що я їх дуже добре розумію. Танечка, я вас розумію, як ніхто, я так думаю, тому що мій тато художник також довелось. А я тато вижу, у вас очень даже неплохо получается. Ось, і ви знаєте, я так розумію, що просто кожному художникові потрібно мати те, що він бачить. І якщо він вже побачив, і він все зрозумів, і він хоче це передати, йому не треба заважати. Оце найперше. А потім далі вже кожна людина собі обирає, як саме вона це буде показувати. Настільки захопливий цей процес, оце все, що зараз ми робимо, що я дивуюся, чому я раніше не знала про цю техніку нічого. Я думаю, що я б малювала багато і багато. Кава, ну просто класна. Тань, ось такі вийшли у нас... котики, ну ще в мене не вийшло до кінця. Я ще хочу доробити до кінця, хочу зробити її от трошки світлішою. Ось мордочку. Угу. Ось цієї паняночки такої. Котика. Ось, і кішечки. Кішечки, так. У нас часу не так багато залишається, але все одно хочеться передати характер з цих маленьких твариночок, таких милих. Вони посміхаються. А я ще, знаєте, ще не показала тут ще ваші роботи. Ви займаєтесь такою сучасною ілюстрацією. У вас є багато ілюстрованих робіт. І ми тут зараз і показали дещо, але я тут покажу, що ще є у вас. Ось такі роботи. Вони можуть бути взагалі зроблені як ілюстрації до книжок, наприклад, до якихось творів. Це на зроблено ще теж на листівках, так. Це зроблено іншою технікою. Це вже яскраво. Матеріали, маркери. Зараз дуже розвивається теж в за границей, опять-таки, оно давно уже было популярно, а сейчас вот набирает обороты в странах СНГ и, в принципе, достаточно интересный материал. Это как, знаете, раньше у нас были только фломастеры, и как я плакала, когда для цвета тела был только оранжевый фломастер, и все человечки были или желтые, или оранжевые. Это было горе. А теперь с этими маркерами можно, да, все цвета, что... Таня,
Я просто думаю, що ви ще покажете окремо нам цю техніку, бо вона теж надзвичайно цікава, а у нас просто не вистачає вже часу поговорити і про неї. Я просто так от покажу, що можна робити. Просто класні роботи можна створювати і ніколи не скажеш, що це вручну зроблено. От таке враження, що це вже було фабрично десь зроблено, десь там якось художники відпрацювали, а потім далі все це нанесли. І, до речі, нанесли не вручну. Ось так виглядає ось ця техніка. Ну, я думаю, що ми про неї потім обов'язково ще поговоримо. Ще ж прийдете до нас, Тань? Обязательно. Прийду з книгами, які вже... З книгами, які вже теж будуть з ілюстраціями, з вашими, да, так? Да. Ну, а сьогодні ми спробували помалювати кавою таким напоєм, яким люди насолоджуються кожного дня зранку. Є люди, дуже люблять каву, п'ють по декілька разів каву, ну а кавою ще можна і малювати. Ось такі котики вийшли, ще трошки їх не домалювала, ну мені здається, що вийде краще, коли ми домалюємо останнє вже потім. Ось у Тані теж ще не завершено, але ось вже є об'єм, вже є форма, фактура і світло-тінь передана. Тому ще трошки, і робота буде завершена. Але я так думаю, що не зовсім той трошки. У вас дуже деталізовані роботи, надзвичайно тонка техніка, тому ви ще над нею будете працювати, я думаю, декілька днів, так? Як у вас? Ні? Не скажу, ні. Мабуть, мені на неї буде достатньо, ну, полчаса, тому що основна робота була вже як би зроблена. Главное придумать вот сам, как вы говорите, сам эскиз, вот его правильно скомпоновать, а тут уже осталось такие детальки, которые, в принципе, в голове-то они уже есть образ, и просто его осталось передать кісточкою по бумагі. Я вам дуже дякую, Таню, за те, що долучили до цієї техніки, надзвичайно приємної. Ще раз покажу, ну просто в захваті від таких робіт, які зроблені кавою. Малюйте з задоволенням, дивіться, що зараз роблять сучасні майстри, вони просто дивовижні техніки використовують, і з нашим українським талантом це вже просто шедеври виходять. Тому, Танечка, я вам бажаю успіхів, щоб ви далі насолоджувались своєю працею, робили більше, робили те, що потім буде цікавити багатьох глядачів, щоб ви зробили свої виставки, ну і взагалі, щоб ваш талант був запитаним. Ось так. Сьогодні з Таною ми спробували це зробити, і я думаю, що надалі ми будемо ще з вами бачитись. Ну а зараз випуск новин. Подивимось спочатку, що відбувалось у нашому місті. Ще не прощаємось, побачимось пізніше. Продовжуємо нашу програму і сьогодні будемо говорити про онкологічні захворювання. Що робити, аби не допустити до такого тяжкого недугу? Сьогодні до нашої студії ми запросили лікаря-онколога, це Сергій Азатян. Я вас вітаю в нашій студії і справді кажуть, що у нашому місті та області невтішна статистика. Багато людей потребують лікування від онкологічних захворювань. З чим це пов'язано? Да, это правда. Действительно, Днепропетровская область занимает лидирующие места в Украине по заболеваемости. И, к сожалению, мы должны принимать это и пытаться с этим бороться. Но, опять же, с заболеваемостью, с ее ростом бороться сложнее. Это очень много социальных факторов на это влияет. Наша экология, наш образ жизни, наш хронический стресс, наш образ питания. Поэтому то, что реально может предложить врачи, это раннее выявление. Раннее выявление предопухолевой патологии, которую можно пролечить и действительно не дойти до того, что эта ситуация переродится во что-то плохое. Либо же раннее выявление всегда, любой доктор, онколог вам скажет, вот эти цифры в 90-95% излечиваемости, это не фантастика, это реальность, но это реальность на ранних стадиях. То есть вовремя выявленная патология лечится хорошо. Опять же, это не только онкология, любое заболевание, кардиология, гастроэнтерология, инфекционная. Человек вовремя обратился, вовремя пролечился. Понятно, что мы не можем гарантировать абсолютно всем излечение, естественно, но тем не менее возможностей у нас пролечить
качественно и вылечить человека на ранней стадии гораздо больше, нежели чем когда человек уже обратился поздно. Мы тоже боремся из-за этого человека тоже. Но и нам сложнее, и пациенту сложнее, потому что объем лечения не сравним в ранних стадиях и уже в запущенных стадиях. Пане Сергію, справді дуже складно прийти до лікаря і почути такий діагноз. Але які методи діагностики є на сьогодні? Що може запропонувати сучасна медицина? Методи диагностики не поменялись. Мы получаем арсенал больше различных уточняющих методов обследования. Но, скажем так, базовые, например, осмотр гинеколога, взятие мазков, кольпоскопия, УЗИ, никуда не делось. Это есть на первичном уровне, это доступно для обследования. Маммография. В городе много маммографов. Все упирается в визит пациента. То есть если человек не приходит, мы не можем приехать к нему домой и сделать маммографию. Дальше. Банальный рентген легких. Можно сделать? Можно сделать. То есть уже по этому. Кардиограмма, определение, общий анализ крови, глюкоза крови. Ну, то есть тесты, которые может пациенту назначить, человеку, здоровому человеку назначить, его семейный врач. Либо доктор-терапевт, у кого он наблюдается по страховке, либо просто там с кем заключил договор, как семейным врачом. И это все можно сделать на первичном уровне. И уже немало патологии можно на этом уровне выявить. Дальше уже какие-то вопросы возникают в диагностике, уже можно. То есть, если вопросы по рентгену легких, мы делаем компьютерную томографию. Вопросы по УЗИ или по маммографии молочной железы, мы делаем МРТ. Нет смысла начинать с каких-то таких заоблачных методов диагностики. Это и стоимостно, да, это и не нужно большей тобто части населения. Можно знать уже про проблему на таких початковых совершенно верно. Так, методах диагностики, которые доступные, звичайно. Недорогие, совершенно верно, которые можно не стоять в очереди, грубо говоря, на исследование, не ехать в другие города или даже страны, потому что ну, есть методы обследования, которые действительно крайне редки. Но одно дело, когда пациенту это нужно, другой вопрос, когда можно использовать, скажем так, то, что у нас уже есть. То есть у нас немало оборудования, у нас есть квалифицированные доктора. Главное к ним прийти. Знаєте, кажуть, немає в народі, говорять, немає людей здорових, є недообстеження. Ну от кажуть, що такий жарт, він не просто так виникає, тому що якщо ти підеш туди, обов'язково щось знайдуть. Тому люди стараються і не йти, аби не чути, що ж там з вами буде. Як ви взагалі, справді тут трошки така гумористична ситуація, але людина, яка нібито не знає про проблему, довше проживе. А от ти знаєш, і ти будеш думати про неї, і хто знає, як воно там далі буде. От є така думка серед народу. Тому хочу зараз її вам передати, і що ви думаєте з цього боку? Я понимаю эту ситуацию, если ежедневно сталкиваюсь, страх обследования, страх визита. То есть люди приходят достаточно поздно, то есть они знают о том, что, например, у него там есть какая-то проблема на коже, у нее есть какое-то уплотнение в молочной железе. А как долго? Да уже года два. Но вы меня извините. То есть одно дело, когда человек нащупал, обратился, сразу же показался. Второй вопрос, когда человек знает, но думает, раз не болит, значит идти не надо. Проблема в том, что, как правило, на ранних стадиях то, что плохое, не болит и не беспокоит. Это можно выявить. А як воно повинно виглядати? Ну от зараз, якщо люди дивляться, вони ж можуть обстежити себе самостійно. А потім тільки йти до лікаря, тобто вже зрозуміти, що ж не так з вами. Информация абсолютно сейчас благодаря интернету доступна какая угодно. Самоосмотр молочных желез. Доступно. Ролики на YouTube посмотреть. Выступления докторов. Да вы знаете, люди столько сейчас дивляться, что потом боятся взагалі всего. Тобто зараз появилось столько всего, что фильтровать они уже не могут. Так про все что угодно можно сказать. Там люди могут бояться там, летать на самолете, бояться выходить на улицу, бояться быть сбитыми. То есть это, ну, я понимаю этот страх выявления какой-то патологии. Но здесь нужно себя немножко по-другому поставить. Лучше, если какие-то проблемы есть, вовремя их решать. И это как бы характерно для всех моментов нашей жизни. То есть психологические проблемы, проблемы на работе. Да, можно, извините, завраться, и как бы это как снежный ком накапливается. Точно так же и со здоровьем. То есть да, там человек ходит, подкашливает. Не мешает жить, вроде как не мешает, окружающим тоже не мешает. Не берем худший вариант онкологии, берем туберкулез. Очень часто, очень много встречается, но его выявить можно только с результатом обследования. А так можно ходить кашлять, заражать окружающих, заражать свою семью. Ну, почему-то все считают, что туберкулез — это болезнь каких-то асоциальных людей. Но ведь это неправда. Но мы, извините, все можем
пообщаться где-то с таким человеком. Передается. Совершенно верно. Mm-hmm. Да, это очень легко. Мы получаем это заболевание. Совершенно верно. Да, в онкологии как бы у нас в стране не встречается тех видов рака, которые можно получить, например, в Африке такое есть, которые можно получить с помощью вирусов, допустим. Хотя не считаю вирус папилломы человека, это мы отдельно, допустим, обговорим уже. Но тем не менее, наша проблема — необращаемость. Совершенно недавно в копицентре был, там себе документы делал. Смотрю, лежат такие распечатки с треугольными печатями. Я думаю, блин, треугольные печати только же медики используют, больше никто. Уже готовые справки от гинеколога. То есть смакетировали, сделали, чтобы только вписать фамилию, имя, отчество, предоставить. А чему? От як ви думаєте, не вистачає часу? Возможно, не хватает времени. Возможно, страх пойти. Но ведь это не выход. То есть, понимаете, как бы вот наша система, допустим, профосмотров, которая была, да, им не нравится. Пациентам, людям не нравится. То есть то, что нужно ходить к докторам. Но ведь эта система, действительно, система Семашко, многие ее оценили, что она прогрессивная, что она позволяет выявить ранние формы патологии. То есть, когда патология уже начинает человека беспокоить, это уже нельзя назвать ранним выявлением. Когда человек нащупает в груди опухоль размером 5 сантиметров, это не раннее выявление. Раннее выявление на маммографии выявить какой-то узелочек размером миллиметр, который никто нащупать не может. Ни гинеколог, ни онколог, ни маммолог, никто. Вот это действительно раннее выявление. Еще потом, вот если людина побачила и с самого початку уже знает, что делать, то який відсоток? Це 90%, так? Ви казали, що високий відсоток вилікувати цю проблему. Перша стадія рака молочної залози, навіть 95% – 10-літні результати. Тобто в течение 10 років після лечення у чоловіка не буде рецидива болезни. Конечно, естественно, никто не может гарантировать, что там, через там, 30-40 лет, но опять же, это не будет рецидив. То есть, у меня есть пациенты, у которых случались разные виды онкозаболеваний, то есть с интервалом несколько лет, никак не связанных друг с другом. Например, опухоль кожи и опухоль легкого. Его пролечили по поводу опухоли кожи, там, через там, 3-4 года у него развилась опухоль легкого. Это абсолютно разные заболевания, но они могут быть у одного человека. То есть связано ли это с работой этого человека или там, с какими-то факторами, с которыми он имеет... В реальной жизни тут сказать сложно, но это все может быть, и поэтому то есть основной вопрос — прийти к доктору, прийти к семейному врачу, прийти к специалисту на приеме там, частной клиники, государственной клиники, не принципиально. Главное — прийти к доктору, но опять же, и прийти к доктору, которому ты доверяешь. Потому До речи, что... с приводу довіри лікарів і лікарям. Дуже часто можна почути, не довіряю я лікареві. От один сказав мені, це, мабуть, неправильний діагноз. Я піду перевірюсь в іншого. Я перевірився в іншого, це взагалі не те. І, можливо, вони помилились обидва. І я буду лікуватись, там, не знаю, траву поп'ю, там, не знаю, щось ще там, бджільництво буду, ну, все, що завгодно буду підключати, але я лікуватись не буду. І це теж є таке, є статистика ось таких хворих людей. Чому? Як ви думаєте, чому такий високий степінь недовіри? С одной стороны, наверное, люди, у каждого есть какой-то негативный, даже не сколько негативный опыт. Есть родственники, которые лечились и не вылечились, mm-hmm. которые погибли от какого-то заболевания. Это правда, это есть. Второе, все мы достаточно регулярно слышим какой-то негатив со стороны средств массовой информации по поводу или каких-то активистов, по поводу то, что там вот это, в этой больнице этот доктор плохой и так далее и тому подобное. Да, это может быть правда, но человек-то слышит негатив, ему же становится страшно. Он не знает, к кому он попадет. Поэтому, если, допустим, я как бы на своем примере могу сказать, если человек ко мне приходит, я вижу, что он как бы не может поверить в то, что я ему рассказал. Я ему всегда говорю, пожалуйста, сходите в другую клинику, к другому специалисту, расскажите ему ситуацию, он вас обследует. То есть я абсолютно за, если человек собирает там 2-3 мнения. И угу. Опять же, в наше время это не есть сложно, это недолго. Если, допустим, действительно ты сомневаешься, ты можешь обойти там, у нас в городе несколько клиник, допустим, в которых есть грамотные специалисты. Пожалуйста, к одному, к другому, к третьему. То есть если, извините, 3 человека дало один и тот же диагноз, ну, наверное, стоит к нему Треба прислушаться. Треба вже лікуватись. Да, а не идти пчелками, потому что пчелами лечатся, пиявками лечатся, водкой с постным маслом лечатся.
Ну, скажем так, опять же, а благодаря потім интернету... А потом до вас приходит же Путин, так? После так а что делать? Учить? Болезнь прогрессирует. Ведь, как бы, ну, люди понимают, что они пролечились, они не достигли того эффекта, который хотели, мягко говоря, а точнее, они запустили болезнь, и они понимают, что все равно как-то лечиться надо, что куда-то двигаться надо. И получается, доктор получает некий такой... ситуацию, особенно обидно, когда ты знаешь, что вот человек, допустим, человек маммография, там, на которой опухоль размером 0,5 сантиметра, и человек к тебе приходит через год такого вот лечения, и на которой, извините, опухоль с шар-величиной, то есть грели, можно массировали. Скажем так, хотя бы помочь с большей вероятностью излечения. Можно было правильно, можно было спасти. Но мы все мы можем как бы с некоторыми оговорками. Это некоторым пациентам не нравится. Но мы сейчас говорим правду. Если раньше мы рассказывали, а у вас полип, вот мы вас прооперируем, у вас все будет хорошо. Сейчас мы должны каждому пациенту донести информацию о том, что какой диагноз, какова вероятность излечения, в каких случаях мы можем помочь, а в каких случаях это может быть маловероятно. То есть не все могут спокойно эту інформацію прийняти, що доктор може йому не допомогти. А як ви думаєте, пане Сергію, от зараз те, що ви почали зараз говорити правду і не тільки родичам, а одразу пацієнтові, який сидить поблизу вас, і ви дивитесь йому в очі і говорите цей діагноз, це стало краще зараз? Чи, можливо, той метод був гуманніший? От, на вашу думку, як? На мой взгляд, все-таки это честнее и правильнее, потому что я помню ту ситуацию, когда ты вынужден рассказывать пациенту, что «да ну, у вас все хорошо, у вас рака нет», когда ты понимаешь, что человек уже погибает от этого заболевания, а ты рассказываешь сказки. То есть, ну, на мой взгляд, все-таки логичнее или правильнее. Но тут тоже нет какого-то идеального. Например, если это ребенок, но я не знаю, стоит ли ребенку так уж вот в подробностях доносить эту информацию или стоит это обсудить с родителями, а уже ребенку донести такую вот как бы более обтекаемую информацию. Либо это очень пожилой человек, который имеет там проблемы с сердцем, который может, извините, всю правду эту не вынести. Поэтому мягенько, ту же самую информацию ведь тоже можно по-разному сказать. Можно сказать... Там у вас рак и все плохо, или можно объяснить, что да, та опухоль есть, она плохая, но тем не менее с ней можно бороться, для можно нее есть методы лечения, есть препараты, есть доступные препараты, и это реально абсолютно помочь в этой ситуации. Какие методы лечения на сегодня наипрогрессивнейшие? Наверное, комплекс методов, который у нас есть. Потому что все равно мы не отказались от хирургии, в ранних стадиях по-прежнему она применяется. Иммунотерапия. Многие пациенты спрашивают, что в связи с награждением Нобелевской премии за разработку иммунотерапии, то есть рак победили. К сожалению, не все так просто. Это иммунотерапия, есть специальные препараты для определенной ситуации, для определенных опухолей, которые имеют определенную мутацию, на которую этот препарат подействует. Вы уже мали досвід праці саме з цими препаратами и с теми пациентами, которые могли бы лікуватися таким методом? Да, конечно, больше я видел таких пациентов в рамках клин-исследований, которые у нас шли в городском онкоцентре. Сейчас, как бы работая в частной практике, я уже с этим сталкиваюсь меньше, потому что все-таки это пациенты больше для стационарных отделений химиотерапии. То есть для амбулаторной практики такие препараты в меньшей степени применяются. Да, ну и вообще, ведь если требуется какое-то более активное лечение, все-таки это стационарное лечение, это отделение. Угу. І треба, щоб людина десь якийсь час провела в лікарні. Да, це може бути сутки, двоє, наприклад. Тобто є відділення амбулаторної хіміотерапії. Тобто чоловік прийшов, просто щоб це було під наблюдением. Ведь препарати, скажімо так, ведь не секрет, будь-який препарат може дати некую там, алергічну реакцію, побочний ефект. І якщо тим більше цей побочний ефект ми очікуємо, тобто ми знаємо, що на цьому препараті така-то проблема може бути, так краще ми чоловіка пронаблюдаємо 3-4 часа, поки він капається. У него эта проблема развивается, тогда мы ее купируем или не развивается, тогда мы его спокойно отпускаем домой. Угу. Тобто все треба индивидуально дивитись и сподіватись на те, що справді що все буде добре. З приводу лікування тут зрозуміло. І тут зрозуміло, що треба з кожним пацієнтом говорити окремо, яке ж саме йому лікування підходить на сьогоднішній день. Якщо у людини справді невтішний діагноз, ось тут складна тема, справді. Бо треба донести, треба сказати і треба вислухати, що він думає з цього приводу. Так? Як потім йому жити? Що ви рекомендуєте в таких випадках? Понимаете, опять же, благодаря массе препаратов, которые в арсенале есть, но совсем
Диагноз плохой может быть в любом случае, как бы плохой, теоретически, ну как бы онкология, извините, это не есть хороший диагноз. Даже ранняя стадия, все равно как бы это серьезная ситуация, которая требует контроля, которая требует лечения. Мы не можем расслабляться из-за того, что человек выявили там первой стадии, и значит вот как бы его там 95%. Нет, все равно мы прикладываем все усилия для излечения. Да, бывает ситуация, когда человек, несмотря на лечение, прогрессирует. Есть на кафедре онкологии различные методы исследования новых препаратов. Точно так же такие же протоколы идут в областном онкодиспансере. То есть это новые исследуемые препараты. Я сталкиваюсь с тем, что пациенты боятся. То есть как это на мне будет что-то исследовано. Но ведь если это единственный шанс получить этот препарат, потому что он еще не продается, его не купишь нигде. Ни в Европе, ни в Америке. Его просто нет. И да, его исследуют. Да, доказали там на каких-то моделях, что он эффективен, и теперь дают его людям. Поэтому этот вариант можно использовать. Треба використовувати будь-який шанс, який є. Совершенно верно. Тем более, если доктор расскажет, что эти варианты есть. Сталкиваешься с тем, что, например, говорит, что, например, у нас нет, но можно, допустим, в Киеве пролечиться. Ой, это далеко, я не поеду, это неудобно. И це дорого ж. Справді, не всі мають можливість. Совершенно верно, согласен. Но, тем не менее, но если говорить о шансах, ведь все равно, опять же, может быть дорого, а может быть и нет. Мы не знаем. То есть бывает, пациенты отказываются заранее, боясь, что это дорого. А по факту оказывается, что это, в общем-то, абсолютно доступно. Было бы. Там была тоже какая-то программа, под которую человек просто как гражданин Украины мог бы точно так же пролечиться не в условиях Дніпропетровської області, а в Києві. Это было бы абсолютно доступно. Тобто виходить, що люди дуже часто помиляються, зробивши хибні думки з самого початку, не прослухавши, не подивившись, які є варіанти, і до кінця не з'ясувавши, що могло би бути для нього шансом. Так, да, и, скорее всего, негативно сразу себя настроив на результат лечения. То есть люди не верят о том, что им это поможет. И это самое худшее. То есть если человек не уверен в том, что человек не верит, что доктора хорошие, человек не верит, что препараты действенны, человек не верит, что он вылечится. Ему в этом помогают в кавычках родственники и говорят, что там вот у нас был родственник, который умер, и такой родственник, и такой, и никто не выжил. Если человек вот этот негатив весь воспринимает, ну о какой помощи может ему идти речь? Если человек все, он себя настроил, что все будет плохо. Понимаете? То есть вот с этим тоже сталкиваешься. И тут, наверное, место еще психолога работать. Да, у нас не принято ходить к психологу. Мы считаем, открыться перед кем-то — это ненормально. Но почему-то западный мир, да, понял плюсы. То есть бывают случаи выговориться перед кем-то, и это уже в чем-то поможет. Вже полегшення буде, звичайно. Да. Знаєте, хочеться, щоб справді, щоб люди вчасно зверталися, щоб усі були здорові. І якщо навіть і є проблема, то намагалися зробити все до останнього. До останнього свого шансу. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що сьогодні прийшли. Справді, тема невтішна, але я сподіваюся, що послухавши вас і ваші поради, люди інакше будуть ставитись до лікарів і до тих хвороб, які нас спіткали, але ж ми не можемо нічого зробити. Але можемо. Якщо... Я дуже сподіваюся, що услышу. Якщо благодаря цьому сюжету хтось прийде до доктору і все-таки просто убедиться, що він здоров. Не треба шукати болезні. Але, во всякому випадку, просто провериться. И я рад, что уже таких пациентов вот просто даже на приеме становится больше. Что вас беспокоит? Доктор, меня ничего не беспокоит, у меня все хорошо, но я пришла провериться. И это лучший вариант. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що справді вам не доведеться бути хворими. А якщо і доведеться, то ви вчасно будете звертатись до лікаря. І хочеться, щоб всі ви були здоровими. Це була програма «Фреш». Дивіться нас ще. До побачення.